фонтан работает. Видите, то, что я говорила. Работает фонтан, вот зелентрес работает, все убирает, подрезает. Идет подготовка к весне. Ой, как красиво. Прям душа радуется. Всем здравствуйте. Сегодня у нас 7 апреля 2022 года. Сегодня у нас Благовещение. Мы всех поздравляем и ждем благой вести. Вчера ночью у нас была воздушная тревога. Сегодня было тихо. В Одессе пасмурно и прохладно. Что хочу рассказать за Одессу. Вчера на лонжероне играл военный оркестр прямо на лестнице у шаров в поддержку одесситов. Очень хорошая музыка была, приятная. Также 6 апреля закончились работы по уборке и по ремонту стелы, возле стелы Крылья Победы. Также делались, вы знаете, ремонтные работы делались и на втором кладбище, в захоронение. Воинские захоронения. Где воинские захоронения, да. Что еще у нас? А в зоопарке родился маленький лама, представляете, такая прелесть. Так, а с сегодняшнего дня с автовокзала начинают ходить автобусы Одесса-Варна. Билет 1450. Нет, 1450 гривен. Вот. Еще вы знаете, что интересно? В разных библиотеках и в разных местах проходят творческие концерты, творческие вечера, творческие встречи. Люди так поддерживают друг друга. Это все бесплатно проходит. Потом, помните, мы рассказывали за балкон музыкальный, где субботний балкон, как его назвали, где выступают музыканты. Также на этом балконе выступают и театр, делает свои спектакли прямо с балкона. Это бесплатно, без билетов. Людям внизу ставят скамейки, и можно смотреть интереснейшие спектакли. Потому что само здание, они не могут там быть, в своем здании. Что еще у нас сегодня интересного? Доллар мы смотрели 31.50, 32.50. Вот. Погода у нас, я уже говорила, такая прохладная, пасмурная. Никак не распогодится. Ну, наверное, и все. Спасибо вам большое, что вы смотрите нас, что говорите добрые слова. Всем нам мира, добра и благополучия. Ждем благой вести.